Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Уже буквально через несколько часов стартует Лига чемпионов. Буквально через день будет Лига Европы. Ну и самое интересное – чемпионат России. Осталось всего 4 игры. Кто станет чемпионом, кто будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов, кто в Лиге Европы, ну а кто простится, ну, надеюсь, не раз и навсегда, но, по крайней мере, в следующем сезоне с российской премьер-лигой. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Прошлую программу мы достаточно активно, мы достаточно бодро, весело, энергично обсуждали Лигу чемпионов и говорили, насколько пары, которые сейчас у нас образовались в 1/2 финала, насколько интересно будет их смотреть. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, какие пары сформировались у нас в полуфинале Лиги чемпионов, самый главный турнир Европы. Итак, Тоттенхэм, Аякс и Барселона, Ливерпуль. Константин, в прошлой программе ты не принимал участие. Да, ты, звонил. Не знаю, слышал, да, слышал, не слышал, что мы говорили, но некоторые товарищи, присутствующие здесь, ну, практически заложили квартиру, машину, дачу и кожаное пальто на то, что Аякс способен пройти в финал. Это все без исключения сказали? Практически. Или... Ну, кроме Сергея. Аякс способен, я скажу так, Аякс способен пройти Тоттенхэм с его сейчас проблемами в составе, потому что Тоттенхэм, во-первых, и в чемпионате, если вы посмотрели последние матчи тура, да, проиграл на своем поле. Аякс команда, которая, на мой взгляд, сейчас сильнее Вестхэма. Вестхэм выиграл как раз таки у Тоттенхэма. И мне кажется, с его проблемами Аякс может нанести даже, ну, как бы болезненное там поражение. Но, вот Сергей, с тобой не соглашается. Да. Или же, ну, по крайней мере, если смотреть, как Аякс играет сейчас на выезде, вот последние 5-10 игр, Аякс практически всегда забивает и практически не проигрывает в гостях. А давайте вспомним, что Аякс прошел Реал Мадрид, Ювентус. Нет, это одно. Прошел все стадии Лиги чемпионов. Он же начинал с третьей стадии. Да, да. Он же. То, что в следующем сезоне, да, будет суждено пройти команде, которая займет третье место. Да, Аякс прошел все эти ступени до полуфинала. Я буквально сегодня смотрел программу с Амстердамом, да, то, что там каждое звено в команде, оно на вес золота, да. Тадич — это человек, который там в атакующих действиях очень круто решает. Деблин, которого Моуриньо там как бы убрал из состава, сейчас вторую молодость испытывает. Де Лихт — это капитан команды, тоже такое звено на уровне Ван Дайка, как сейчас в Ливерпуле, лучший защитник. И так далее, и так далее. И всем этим управляет человек, главный тренер, да, команды, который еще тоже вот с юношеских возрастов шел-шел и дошел до главного тренера команды. И здесь все так сложно, потому что шага назад у них нет. Они прошли Ювентус и Реал Мадрид. Тоттенхэм же сейчас прыгнул реально выше головы. И так получилось. Не знаю, как сейчас Сережа скажет, но на мой взгляд, у Аякса есть все шансы пройти финал. Но вот выиграть его, это, да, конечно подожди, же... Будет передача. Ну, будем надеяться, да, Сережа? Я с Костей не соглашусь по поводу того, что Тоттенхэм проблемы испытывает. Не только перед этой игрой, но испытывал проблемы и на протяжении всего сезона. Но, тем не менее, он идет на третьем месте в чемпионате Англии. Он прошел полуфинал Лиги чемпионов с проблемами, потеряв лучших игроков. Поэтому раньше времени списывать я бы не стал Тоттенхэм. И тем более команда боец, она как все английские команды. Нет, в любом случае, ну, 50 да. на 50 сейчас, нет, это бесспорно. Я говорю, но Аякса, нельзя отдавать Аяксу да, сразу выход в финал, да. Согласен. Но у Аякса есть чуть-чуть маленькое преимущество, они все-таки первую игру играют на выезде. Да. А вот вторая может дома многое решить. Согласен, они, кстати, предыдущие болельщики тоже играли на выезде, да, первую, да, вторую дома. Да. Друзья, вам достается матч Барселона-Ливерпуль. Жень, твои пристрастия... Вам кот в мешке достается. Да, твои пристрастия к Барселоне известны. И твоя любовь к Ливерпулю
известно. Конечно. Не знает Гарри. Да, да. Не, Илья бы поговорил про Тоттенхэм, скорее всего, про Аякс. Определенно победитель для тебя? Для меня, да, это однозначно, это будет Барселона. Тем более, последний матч, Барселона играет красиво, мне нравится, поэтому я думаю, что... А с кем играла Барселона последний матч? Ой, блин, столько матчей пересмотрела, сейчас уже и не помню. Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов? Или я знаю, что они стали выигрывать. Испания. Да, выиграли. А Лавис для кого-то там обыграли? Да? Ну да, Ли Нале как-то команда. Да? Леванда. Да, Ганская команда обыграли. Вот, стали чемпионами, потому что я, конечно, тоже рад этому обстоятельству. Вот, но Ливерпуль, конечно, не подарок, хоть и любимая моя команда, да, тоже не подарок, будет интересное противостояние. Но я думаю, что вот чуть-чуть на полшажка Барселона поинтереснее, мне кажется. Илья, твое мнение по этой паре? Ну, эта пара, так скажем, более прогнозируемая среди участников полуфинальных пар. Мое пристрастие, буду болеть за Ливерпуль. И мне кажется, что у Ливерпуля есть некоторое преимущество вот по сравнению с Барселоной, потому что Барселона стала чемпионом в минувшем туре. И может такое некоторое чувство потери концентрации испытать. Мне кажется, что, кстати, какой напиток в Барселоне, ну, вообще в Испании? Сангрия или нет? Да, да. Ну вот, один из популярных, да? Сангрия, да. То есть ты думаешь, что Барселона уже подпраздновала? Ну, сангрия, да, более серьезный напиток в сравнении с английским пивом. Так что, тем более, там есть Салах и Мане, которые не должны пить по своим вероубеждениям. Я думаю, что для меня Ливерпуль фаворит этой пары, как ни странно. А в Тоттенхэм Аякс? Мне интересно просто. Нет, там очевидно, что его нет. Фаворита там 50, нет. Буду 50, болеть, да, просто за Аякс. Но если Тоттенхэм пройдет, буду тоже рад, потому что, как это, чемпионате мира... Будем в финале болеть. Кстати, Сереж, я сейчас специально проверил. На самом деле Аякс с Ювентусом вторую игру играл на выезде. И выиграл у Ювентуса 2-1. Поэтому здесь у них немножко другая история. Аякс как раз-таки... вот все вот эти две игры как раз-таки играл, вот с Реал Мадридом он как раз играл дома, а потом у Реала на выезде выиграл 4-1. Кстати, эти пары в Лиге Чемпионов повторяют до некоторой степени полуфинальные пары на минувшем чемпионате мира, в том плане, что есть шанс, что мы получим абсолютно нового победителя Лиги Чемпионов, именно Тоттенхэм, как Бельгия. Да, который вообще никогда не выигрывал. Да? Друзья мои, а вот я, конечно, не знаю, я услышал ваши предпочтения, но мне почему-то кажется, что в финале будет играть Тоттенхэм и Ливерпуль. Опа! Да. Интересно. Ты по козырю пошел. Нет, это будет, скорее всего, Олег. Матч за третье место. Ну что ж, нам остается до момента, когда мы узнаем, кто будет играть в финале Лиги Чемпионов. Но если что, уважаемые телезрители, можете сразу сейчас обращаться в различные конторы и ставить на то, что Тоттенхэм-Ливерпуль встретится в финале. Ну и давайте затронем следующую тему. У нас Лига Европы, тоже матчи пройдут 2 мая. И там тоже самые две английские команды встречаются в полуфинале. Кто? Давайте посмотрим на экран и напомним и себе, и нашим телезрителям полуфинальные матчи Лиги Европы. Итак, Айнтрахт Челси и Арсенал Валенсия. У нас не выходит графика, но ничего страшного, по крайней мере, мы это озвучили. Да, итак, Айнтрахт Челси, Арсенал Валенсия. В прошлой передаче мы об этом говорили. И слушайте, мне очень не хочется, чтобы в финале Лиги Чемпионов и в финале Лиги Европы сыграли только английские команды. А ты знаешь, Олег, у многих зрителей, как бы в комментариях многие писали, топим за суперкубок Айнтрахт Аякс. Знаешь, чтобы можно было реально крутой футбол посмотреть. А это будет крутой футбол. Но с другой стороны, да, если ты говоришь, что Арсенал Челси, как ты прогнозируешь, Тоттенхэм Ливерпуль, если так все сойдется в финале, то это можно будет железобетонно говорить, что это год Англии. Конечно. В футболе это 100%. Вот. А если объективно смотреть, то мне кажется, что все-таки именно английский финал в Лиге Европы
он как бы более прогнозируемый, да, чем именно в Лиге Чемпионов. Ну, там, скорее всего, да. Челси пройдет. Мне кажется, Челси пройдет. Челси пройдет, а вот, вот Валенсия, знаете, у них сейчас же они столетие, да, отмечают. У них же там... Валенсия проблемы. У них там бешеные сейчас такие как бы направления идут, в том числе и на чемпионат, потому что им нужно цепляться за Лига Чемпионское место. Угу. Вот, но мы знаем, что у них есть Денис Черышев, который может выйти... Черышев выбыл до конца сезона. Все, да? Да, да, поэтому, уже ну, все. У них и несколько человек еще выбыло, они последний матч дома проиграли. Не восстановится, хотя, да, Черышев, да, к матчам? Проблем очень ну, много. Ну, смотрите, такого ведь никогда не было. Чтобы четыре команды из одной страны играли даже в полуфинале. Ну, да, понятно, что в полуфинале, ну, я имею в виду, и по две команды в каждом играли. О чем говорит Олег? Это говорит, что в Англии, понимаешь, там немножко это, нет такого, как в Испании, да, вот два клуба, там три максимум идут, которые сейчас в Италии такая же ерунда, то есть заранее чемпион известен. Вот, и в Германии то же самое. Здесь, конечно, чемпионат немножко... поплотнее идет. И действительно матчи, которые вот Костя упомянул, да, Вест Хэм, который идет там, где он там внизу, середочки, да, Тоттенхэм удал бой на его поле и выиграл. Это еще к тому, что можно проанализировать, что вот в чемпионатах Англии какая серьезная скамейка, да, когда вот тот же самый Льюэрента, который, в принципе, уже многие списали, он выходит и, возможно, забивает свой самый важный гол в карьере. Манчестер Сити, да, который там потом даже, ну, система ВАР. А Зинченко я еще... как раскрылся, да? Да, Зинченко, кстати, статистика Зинченко гласит о том, что команда Зинченко, когда выходил в составе в основе, ни одной игры не проиграли и практически все выиграли. Ну, эта команда, я вообще вам скажу, мало игры проиграла, поэтому, мне кажется, даже я, если бы вышел на пару матчей, то Манчестер все равно... Ну, смотря где бы ты вышел, Олег, на 89 или на 90. Кажется, одно очко, Олег, ты тоже... Нет, конечно. Кстати, да, это тоже нонсенс. Да. А, вот мы обсуждаем, да, сейчас английские клубы, это все хорошо. Чуть позже мы сейчас уже перейдем и к российскому чемпионату. Один пример интересный. На этой неделе произошел в чемпионшипе, да, команда Лидс, по-моему. Лидс. Да, Лидс, и играли они... С Астон Виллой. Терри, который возглавляет. С Астон Виллой, совершенно верно, да? Я напомню нашим болельщикам, если, может быть, кто-то не знает, то игрок получил травму, игра не остановилась, футболист Лидса забил мяч, и после этого тренер, ну, не знаю, там, шепнул, крикнул, ну, каким-то кричал, образом, да, прокричал, и когда с центра поля игра продолжилась, футболисты не оказали никакого сопротивления, и футболисты, да, Астон Виллы прошли к воротам, забили мяч в пустые ворота, вратарь вышел из ворот, они забили пустые ворота, матч закончился 1-1. Да. Матч так и закончился. Так самое интересное, что эти команды смогут дальше встретиться направо для того, чтобы выйти дальше. Да, в премьер-лигу. Ну, смотрите, какая история. Вот Жень, ты поддерживаешь фэрплей такой? Не, ну это не первый матч такой в жизни. Нет, я не помню, чтобы на таком уровне. Нет, вот были, так были вот матчи, игроки встали. Были. Встали, пропускали, было. Просто пропускали. Нет, чтобы заставить пропустить. Были матчи, то есть они не сопротивлялись. Были такие моменты в истории, поэтому это не было. Вспоминается великий Виктор Понедельник, когда играл за сбор Советского Союза, когда мяч, ну, известный случай, когда мяч прошел рядом со штангой, и судья поставил гол, а Понедельникова гола не было, и судья его отменил. А потом судья признался тогда. Да, признался. Он признался о том, что подошел к судье и признался, что гола не было. То же самое. А тут, понимаете... Было. И это не единичный случай такой был, что команды расступаются, забивают. Просто это в последнее было, время в современности... Нет, в последнее время... Может быть, скажем так, ну, в топовых матчах... В чемпионате Бразилии, может быть, таких, где-нибудь да, там... Таких матчей, ну, в каком-нибудь четвертом дивизионе? Или там, не знаю, носороги пираньи, в конце концов? Не, абсолютно нет. Тут надо просто посмотреть. Таких случаев очень много. В перерыве матча, после финального свиста. Не, ребят, ну, блин, вы хотя бы иногда... Не, ну Женя подберет. Ну, назови. Потом... Когда? Ну, я не помню. На следующей передаче он подготовит. Ну, так, давай, подготовим. А, Краснодар ЦСКА, Женя имеет. Да, да. Когда расступались, вратарь подыгрывал рукой специально, чтобы забило. Можно еще по поводу метафору некоторую по поводу ровности английского чемпионата? Вспоминается в связи с этим интервью прошлогодней Ахмеда Мусы, когда у меня спросили, а какое место...
ЦСКА занял бы в чемпионате Англии. Муса сказал, не, ну ЦСКА очень сильная команда, не-не-не, ну очень крепкая. Не, ну за десятку точно бы поборолись, но точно бы не вылетели. Да, Сереж, твое мнение вот по этой ситуации? По этой, ну, не знаю. Но, учитывая, все-таки не первенство Бани было. Да, это действительно было. Команды борются за выход в премьер-лигу, а это большие деньги. И, ну, понимаешь, там немножко, да, воспитаны они, англичане. Это же родоначальники футбола. Они действительно воспитаны в таком духе, что дух футбола у них есть. Дух справедливости сэр, какой-то, понимаешь? Сэр Алекс, да. Они, вспомни матчи 70-х, 80-х, когда они там в крови все футболки были у них, как они бились, говорю. И поэтому, на самом деле, здесь я не удивился даже, что это в Англии произошло, понимаешь? Потому что мы смотрим другие чемпионаты, да, вот, допустим, из южных стран, там, Испании, Италии, ну, Франции там нет. Там такое представят. Там больше симуляции. А в Англии, там, извини меня, особенно чемпионат ШИП, а если взять другие эти чемпионаты, которые там первая и еще у них вторая какая-то лига, там идет, у них много лиг там. А помните, у нас же был в России случай, если мне память не изменяет, кто-то в «Спартаке». Семшов. А, нет, Семшов был. Это был «Торпедо», да. Совершенно играл, верно. Играл с «Спартаком», и Семшов попал после этого в сборную. Да. Когда он остановился, не стал бить поворот. Да. И тогда Романцев, который тренировал «Спартак» и сборную России. Тогда, России, да. Когда... Сборную России, он сказал, что да, это человеческий поступок, я оценил. А и... в команде ему все-таки... А в команде ему навтыкали, да. Навтыкали. Это знаете как, это вот два примера, примера репутации, которые стоят... Петраков тренер был, «Торпедо». Который стоит вот... как у игрока, вот, в частности, так же и вот у и тренера вот, в чемпионшипе. Потому что все мы запоминаем людей по там, поступкам. Uh-huh. А у некоторых может быть во главе, знаете, именно результат здесь и сейчас. Возможно, если бы эта история была бы за выход прямой в чемпионат Англии, наверное, бы так, может быть, тренер и не сказал своим игрокам. Мы не знаем, как бы он поступил. Если бы там ну, это очко конечно. Бы решало. Не, ну там и... немножко ситуация другая, Кость. Там ты не видел этот ролик? Потом там, еще, там, я там знаю, все они еще... Там все встали практически. Да. Там один игрок, один игрок Лица, который не стал подчиняться. Он начинал кричать, там я все равно буду бежать. Все стоят, и он забивает гол, понимаешь? И там практически вся команда была против него, включая тренера. Угу. И поэтому они... И когда забили гол ответный, он же, этот игрок, который забил... Первый гол, он же возмущался больше всех, он подбежал и к тренеру, и к судье, начал кричать, его успокаивали там, понимаешь, вот, ну это вот от людей зависит. Вот согласен. Он не мог согласиться, да, с этим. Согласен, но вообще ситуация действительно, она в какой-то степени проверяющая, да, да? Как, что футбол это все-таки игра. Да. Джентльменов. Да, согласен. Ну что ж, друзья мои, обсудили европейскую кампанию, а теперь переходим уже к нашей России-матушке. Состоялся 25-й, 26-й тур чемпионата России. В 25-м туре «Спартак» потерял шансы на чемпионство. В 26-м туре «ЦСКА» потерял шансы на чемпионство. Всего лишь три команды остаются у нас в чемпионате России, кто продолжает эту борьбу. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Ну, а пока давайте посмотрим итоги 25-го тура и напомним, вспомним, как завершились эти матчи. Итак, «Локомотив», «Ростов» 1-2. Есть ощущение, что «Локомотив», «Ростов» пустит в финал Кубка. «Ахмат», «Краснодар» 1-1, абсолютно неожиданный для всех болельщиков «Краснодара», учитывая, что они в Лигу чемпионов хотят как никогда, наверное. «Рубин», «Уфа» 1-1, «ЦСКА», «Анжи» 2-0, абсолютно, ну, такая заштатная, что называется, победа. «Зенит», «Динамо» 2-0 на классе и 3 очка в кармане у питеров. «Енисей», «Оренбург» 2-1, «Крылья», «Советов», да, «Урал» результат, 0-1. Ну и последний матч тура 25-го. «Арсенал», «Спартак». Тоже красиво. 3-0. После этого матча многие говорили о том, что Иконова пора снимать, да, и расстается «Спартак» и с Родионовым, с Ушаковым, и с Глушаевым, да, со всеми, да. И со всеми расстается. Играет в футбол, да. Ну, может там быть. Еще кто-то из руководства, да, помимо ну, Родионова. Директор, это кто у них? Измайлов. Я сейчас... Измайлов, да. Совершенно верно, Измайлов. Ну что ж,
Костя, у тебя давно не было, а «Локомотив» хотелось бы обсудить. Почему? Потому что он не только в весенней части, да, чемпионата показывает самую стабильную игру, несмотря на то, что «Зенит» на первом месте. Скорее всего, сложите полномочия чемпиона, но в Лигу чемпионов попадете напрямую. Или как? Ну, правильно, да. Я смотрел интервью после матча. Знаете, сейчас экспресс-интервью берут игроков очень часто, в том числе вот и в клубный формат. У Брайана Идова, вот новичка, ну, не новичка, уже человек, который год практически в команде, спросили. Он объективно дал оценку, что «Зенит» с его как бы запасом, да, догнать будет крайне сложно. Там есть только какие-то теоретические шансы. В принципе, у «Зенита» это и календарь более-менее такой, который позволит, наверное, заранее за тур стать чемпионом России. «Локомотив» уже, и не забываем, что у них еще есть второй фронт, это Кубок России. А даже не за тур может. Насколько я помню, уже в следующем туре «Зенит», да, при осечке «Локомотива», «Зенит» уже в следующем туре уже может стать чемпионом. Тем более «Зенит» в очных встречах как бы одержал победу, плюс отбросились другие команды. Ну давай пройдем. Вот у нас два тура, чтобы мы не обсуждали каждый конкретный матч. Вот смотри, «Ростов-Локомотив» 1-2, и «Локомотив» и «Енисей» 2-1. И все решил единственный игрок, это Джефферсон Фарфан, да, который забил и там дважды, и здесь решающий мяч, и привели его статистику до перерыва, там 3 мяча, сейчас у него в 7 играх уже 5 мячей. А это... учитывая, что фанфары, в чемпионский год «Локомотива» тоже творил какие-то невероятные вещи. У него было с точностью практически наоборот, он немножко подсдал в концовке, но тащил команду до перерыва. Здесь же вот он проснулся после. Фарфанищей, я бы даже сказал. Это человек, которого списали еще несколько лет назад. Он остается после... Фарфан пока по его контракту нет ясности. Будет очень много, кстати, решаться у «Локомотива» вот именно с братьями. В том числе сейчас прошла информация, что могут там какие-то коллективы пройти. Антон Мирончук даже сам сказал, если последует такое же предложение, как условно предложение Головина, да, он рассмотрит его с радостью. А если один брат уйдет, то, скорее всего, второй может его примеру последовать. Не об этом речь, а речь о том, что я не знаю, что творится внутри коллектива, какие слова подбирает Юрий Павлович Семин, но команда сейчас реально показывает 100% результат. Сплюнуть бы, потому что... сплюнь, но не сглазь. Да, и не сглазить, потому что еще, опять же, повторюсь, не забываем, что у «Локомотива» также наверняка стоит задача взять Кубок России. И после матча с Ростовом дома это выиграли 1-2, и вы хотите еще и Кубок России, играя вторую игру с Ростовом в полуфинале. Нет, 1-2 не сыграли. В первом матче была зафиксирована ничья. Ничья, 2-2. Да. Все решится. Нет, я имею в виду, сыграли в 25-м туре 1-2. Да, победа. В туре, да. Тут, опять же, все зависит... Уж не сдал ли Ростов этот матч, чтобы пройти в финал Кубка? Тут все зависит от того, что «Локомотив»... Мне вот эта ситуация интересна. Куда сделает «Локомотив» сейчас, вот это очень интересно, ставку. Либо это Лига чемпионское место напрямую, да, второе, которое дается. Ну, у них 3 очка с Краснодаром, и, насколько я понимаю, по-моему, у «Локомотива» есть преимущество личных встреч. Вот если мне память моя не изменяет... А если «Локомотив» занимает второе место... И Кубок берет. Где он играет? В Лиге Чемпионов, конечно. В Лиге Чемпионов. Не, ну в Кубке может в Лиге Европы, конечно. Могут выбрать в Лигу Европы. Могут выбрать в Лигу Европы. Там самое интересное, что вот команды после пятерки, как я понимаю, могут им отдать одну из вот этих. Ну, «Локомотив», мест, если берет Кубок и становится вторым в чемпионате, да, то шестая команда уходит в Лигу. Не финалист, а шестая команда. В Лигу, совершенно верно. То есть «Спартак». Да. Давайте о «Динамо». Сереж, за два тура одно очко. Ну, «Зенитом», скорее всего, ожидаемо. Все-таки на их поле. Да. Первый тайм неплохой получился у «Динамо». Были и моменты. И «Зенит» не так. А во втором вышли. То есть надежда такая. Практически сразу.
Вот тут Дзюба пропустили. Олег решил все Дзюба, да, в матче, потому что видно было, он забил мяч, и второй мяч организовал тоже Дзюба. А у Динамо не оказалось, видишь, вот Черных один на один реализовал. Да. И ты заметил, Хохлов немножко и первый матч, и второй, если брать, он, ты посмотри, как он изменил. Он выпустил, ну, практически на весь матч другую связку нападающих, Панченко, Черных. Угу. А за 15 минут до конца поменял их, обоих поменял на этого, Маркова и Луценко. А во второй игре наоборот сделал все. Да, то есть выпустил, да, Маркова, да, Луценко, а Черных, значит, с Панченко вышли за 15 минут до конца. Но не помогло ни там, ни там. Ни то, ни другое. Да, согласен, не забили ни те, ни другие. Да. Вот проблема. У Динамо все хорошо с обороной, в принципе, ну вот, за исключением уже Дзюбу не удержали. А с другой... Да, кстати, Динамо вышло в деле сейчас второе место по пропущенным мячам. С Краснодаром, кажется, да? С ЦСКА. Нет, ЦСКА первое. А, второе. ЦСКА первое. Да, ЦСКА, да, на, да, первом, да, месте по пропущенному. А Динамо второе, 21 мяч. И у Краснодара, кажется, 21. Угу. Вот, по пропущенным мячам. И с обороной, в принципе, нормально. А вот с атакой мы никак, никак в этом году. Ну, и Динамо, беда, Ахмат. Беда, да. Да, играли дома. Ахмат... Ну, Ахмат, да, такая команда-то цепкая. И, понимаешь, эта усталость немножко чувствовалась у Ахмата и у Динамо. Как-то они немножко вяло провели матч. Угу. Моменты были. Были перекладины опять. Опять Динамо чемпион по перекладинам. 13. Ничья же, правильно? В Динамо. 0-0. Да, 13. Мне кажется, вот, Сереж, честно, вот закрой глаза, да, сотри себе память, скажи, как... Какой будет результат матча «Динамо-Ахмат» при сейчас турнирной таблице? Ничья. Ну может, как в принципе, бы, да. Кому нужна здесь победа? Наверное, никому. «Динамо». Ну, «Динамо», ну, «Динамо» нужнее. Конечно, ну, «Ахмат», «Ахмат», они же... Ну, они на девятом месте. Они уже они ни туда, себя, ни сюда. Да. Просто у них лифта никакого нет. А вот что за призрак вот команды «Ахмат»? Мы никогда не обсуждаем, всегда вот как бы стороной обходим эту команду. Почему эта команда никогда не может добиться Европу выход? Согласен. Команда, помните, она года два назад, что ли, претендовала на то, чтобы... Хоть куда-то. В Лигу Европы, да, подобраться, да, Кубок, и там четвертый, там пятый, и, а потом раз, и в конце опять они скатываются там на привычное восьмое, девятое место. Ну что ж, идем дальше. У нас на очереди ЦСКА. Хотя, что говорить о ЦСКА? Давайте продолжаем дальше. О Спартаке. ЦСКА. Жень, ну, дежурная абсолютно победа над Анжи, 2-0. И тут 0-2, или тоже 2-0, сразу можно же и так сказать, да. Краснодар. От Краснодара 2-0. С Анжи все понятно? Все что с Краснодаром? Ну, с Краснодаром? Это была игра за Лигу чемпионов. Согласен, согласен. Ну, что могу сказать? Я и до эфира вам говорил, и писал, что вот, если мое мнение брать, то я вот считаю, что матч проиграл, наверное, все-таки тренер. Поскольку он, я думаю, решил тактику играть под то, что команда Краснодар будет играть в атакующий футбол, а они стали играть не тот атакующий футбол, который всегда играли. И при таком составе, который выпустил, скажем так, Васин, да, на Бабке на один фланг, который совсем стал провальный для нас левый фланг, ну и ошибка, конечно, нашего, скажем так, уже или актера, да, наверное, актера, который снимается в клипах сейчас. Больше у него время занимает клипы, чем, наверное, футбол. Ну, не знаю. Вот ошибка грубая, мне кажется. Ошибка привела к голу, к ненужному. И уже поменять тактику с таким соперником. С таким соперником. И поменять тактику на другую уже было практически... Ну, с Краснодаром так не делается. И ну, хорошо. Это седьмая минута. Разная. Нет, да, ребята, ну, просто вы смешиваете. В первом тайме ЦСКА мне понравился, кстати. ЦСКА и во втором играли. Мне команда играла, мне нравилось, как играл ЦСКА. Да, да, реализация, да, конечно, подводила. Играли нормально, все вот хорошо. Но я говорю, что тактически надо было играть по-другому немножко. Это должен был донести Гончаренко. Он до команды, ну, видать, не донес. Хорошо, Илья. Мы опять у нас Евгений сказал, что, скорее всего, эта игра была проиграна тренером. А сколько раз мы уже говорили об ошибках Гончаренко? О заменах, да, которые, да, он делает, непонятно какие. О составе при живом, ну, я так, да, говорю, Щенникове, при живом Магнусоне. Да, он выпускает Васина. И на Бабкина. Магнусон, на один фланг, самый, на один фланг, который в дерби не играет. Но они не играли, подожди. Они на Бабкина и Васина, они не играли с Анжи? Нет. Нет.
Ну, то есть они более свежие игроки. Но ты расцениваешь, что Магнус, который сейчас находится в форме, который может запросто навесы делать диагональ шикарный, метров на 50 на 70. Я говорю, что мог подумать тренер, что более свежих игроков выпустят. И Васин, друзья мои, вот честно скажу. Не, Васин отыграл на тройку. Магнус больше ошибается в обороне, чем Васин. Васин, когда у него мяч, и он, дай бог, делает 3-4-5 шагов вперед, и вот тут... А что я должен дальше делать? Мама, у меня мяч. Понимаете, мне кажется, его вот когда он пришел было в футбольную на этот школу, матч ставить. Ему на этот просто, не знаю, руки, ноги отбивали, если бы он брал мяч и больше там 3 секунд его держал так в своем как он владении. Как в сборную попал, Олег, он, извини, он играл до травмы. Он играл. Потому что у него рост 1.90 м. Не, как защитник, он выполнил свои там обязанности. Да, может, тебе матч со Спартаком напомнить, как Васин отыграл? Сейчас не будем говорить об этом. В этом матче он пару раз он все-таки действительно прорывал атаки. Ничего, ну вот эта связка... Пару раз за 90 минут и я прерву атаки. Два раза не прорвали, видишь? Ой, Олег, хочется тебя уже увидеть в рамках чемпионата РПЛ. Я уже сегодня в Манчестер Сити поиграл, в ЦСКА поиграл. Потренировал там Барселону. Потренировал уже Барселону, совершенно верно. Настало время взять кубок кубка. Смотри, во-первых, Женя любит Краснодар, он сам об этом говорил. Так что не, Краснодар быть... любит Олег, он сказал, смотри, уже признался. Краснодар очки нужнее. Да. Второе, если уже чуть серьезнее говорить, то, ну, может быть, все-таки наступил момент, когда можно уже дать оценку тренеру Гончаренко. Ну, провальное, после перерыва провальный результат. Ребята, это подготовка? Ну, видимо. Вот я хотел немножко здесь заострить внимание. Посмотри, нам зимой вернулся бывший тренер по физподготовке. Да. Гранера. Да. Все это прекрасно знают. Результат вы сейчас сами видите. Нет, мы вторые таймы не играем. Нет, а ты хочешь сказать, что у нас физика физики. Плохая? Физика нормальная. Нет, ребята, вы смотрите. Краснодар за 15 минут через... Второй тайм просто их не выпускали. Да они просто уже сами сели, они уже не играли. Когда вами сейчас забили, они сели в защите и все отыграли. Там, понятно, там уже не бежали. Никто. Посмотри, мы подсаживаемся в каждом матче. Мы подсаживаемся в минуте на 70-й, на 75-й. Все, мы сидим. Но до 70-й что происходит? Вот, не забиваем. Ну, не только. Нет, все-таки... Не согласен. Вот сейчас Дмитрий Хохлов записывает ваши слова, потому что 5-го числа... Да это лучшая игра будет «Динамо», я вот анонсирую. Обратите внимание, что армейцы в поражении, ничьи на любой вкус. То есть нет какого-то одного сценария. Армейцы, такое ощущение, что иногда Гончаренко, ну вот, не знаю, ну вот прям чувствуется неверное решение, они в воздухе. Нет, здесь вот решение... Нет, подожди, Олег, еще дай секундочку. Как может повернуться язык, назвать Гончаренко провальный его сезон? Ведь вы выиграли в своей жизни. Реал Мадрид на его поле. Команда обыграли. Набиралась с нуля. Да, сейчас проиграли очную встречу. Но мне кажется, здесь главное преимущество тренера Краснодара. Согласен. Он полностью переиграл команду. Ну, а значит, это значит, не доиграл Гончаренко? Возможно. Правильно. Но я хочу сказать, вот эти замены, которые связаны, быть может, это связано с тем, что те люди, которые выходят на замену, они молодые. У них он не может предугадать, как они войдут в эту игру. Щенников молодой. Ну что Щенников? Он что, должен забивать, что ли, Щенников тебе? А что, он в этом сезоне должен... мало забил? И тебе напомнить, кому Щенников забивал? Ой, кому он забивал, когда он был в форме нормальной, потом после травмы он все опять не забивает ничего. А Бликов получил 4-ю, да, желтую? Ты думаешь про «Динамо»? Да, я все, сыграет я все про свои. Не сыграет Влашич с вами. Влашич. Но я думаю, что это будет, наоборот, плюс для плюсом для ЦСКА. Да. Я думаю, что здесь может быть по-другому. Не потому сыграет, что последние игры, да, Влашич что-то... Не Симура не сыграет? Да. Боже мой, тогда почему? Вообще я не знаю. Зато сыграет Биёл в нападении. Сыграет Биёл в нападении. Ну, вот я вас уверяю. А вот почему? Слава богу, не Щенников. Друзья мои, нападение будет. Почему Гончаренко не использует того же... Помните, как в Вернлума? Почему Биёла не используют как Дзюбу, как Симак использует Дзюбу что? Высоким, который туда-сюда, туда-сюда сбрасывает. Многие нет, он даже в нападении его используют. Но смотри, по той схеме, которую сейчас играет Гончаренко, да, у нас нет опорника. У нас всегда команда была сильна опорниками. Вспомни, кто Шемберса обидит, тот часу не проживет. Это правда. Потом у нас был Рахимич. Потом Верблум. Кто Алдонин сейчас? Нет, я про Алдонина не говорю, они вместе с Шеверсом играли. Сейчас кто у нас опорник такой, который часу не проживет? Ахметов. Не назовешь. Ахметов он технарь, он обвел, уполз и побежал вперед.
кто такой, что вынес прям, вместе с ногой оторвал, чтобы не прошли эту стадию? Я согласен, нет, Женя, что трудно вот сейчас играть на столбов, потому что нету просто постраховки. Да, так армейцы точно. Так лажают. Олег, я записываю. Что, должен опорника быть? Нет, да? Опорника нет, записывай. Нет. Что, записывай? Через Е. Через Е. Хохлову передам. Да. Ну, как-то вот так вот обстоят. Хорошо. Поэтому я думаю, что... За этот сезон команде огромное спасибо, говорю, неважно, какое мы место займем. Если попадем в Еврокубки, будет замечательно просто. Если нет, это слово нет, а значит, теперь мы тоже статистика. Попадем в Еврокубки. А теперь статистика. Краснодар – единственная команда, которая обыграла ЦСКА оба матча. А разве первый мы не обыграли их? Нет, 2-1. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Какая неприятность. Давайте пообщаемся. Может быть, немножко мы подуспокоимся в рассказах о ЦСКА. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. По поводу второго тайма ЦСКА. Да. А как со Спартаком дела стоят? О. Спасибо. Спасибо. За Спартаком. Ну, давайте поговорим о Спартаке. Давай. Почему? Потому что действительно вокруг этой команды я не знаю. Помните, я рассказывал, по-моему, на передаче, Евгений, по-моему, был свидетелем, когда я начались какие-то невезения в команде ЦСКА, я был на пресс-конференции у Слуцкого и предложил ему сводить команду в церковь. Да, потом некоторые издания даже это опубликовали, на что Леонид Викторович достаточно... Лаконично. Хорошо так ответил, что у нас разные люди из разных конфессий да. присутствуют, поэтому, говорит, мне придется и в церковь вести, и в синагогу, и... Господи. Ну ладно. Вот. Мечеть. Что в мечеть? Да, совершенно верно. А может быть, действительно, Спартаку надо уже сводить, не знаю, игроков, команду, не знаю, водителя автобуса, уборщицы, поваров. Вот что я... происходит со Спартаком? Я не знаю, но про Динамо вот мы ходим через игру практически. Церковь, храм, да? Помогает. А что-то другое действие. Иди, я тебя обниму, ты болеешь за Динамо. А давайте обсуждать вот логически, ну хотя бы команде близко. Что, состав у Спартака плохой? Команде близко мы не подходим. Плохой состав Спартака? Ну вот тихо. Сейчас, который стал экспертом серьезного канала. Он сказал, что в коллектив пришли такие личности, которые до этого серьезные задачи в команде не решали. Но вот блистали в других клубах. Айртон там у них, да, вот. Молодежь, Гулиев тоже самый, да? Ломовицкий, да. Рассказов. Команда, которая, возможно, Кононов построит, но он не возьмет команду и сейчас что-то сделает. И не он их брал вообще. И не он их брал, да. Мы вот видим, ребята, ни один тренер в мире не берет команду, и на следующий год 11 человек у него других. Да. Там закупи, ну нет. Нет, Олег, тренер он пришел уже, когда он пришел, в прошлом году, да? Нет, он пришел в этом году, после зимней паузы. Да. Он же привел Спартак, он привел Спартак. Слушайте, у нас есть телефонный звонок, да, давайте чемпионство. Пообщаемся, да, чтобы не держать человека. Добрый вечер. Здравствуйте. Ведущий меня не понял, я имел в виду второй карт ЦСКА. А, ну... Спартаком 2-0. Что со Спартаком? Со Спартаком 2-0. То, что ну, выиграл со Спартаком ЦСКА. 2-0. Да. Спасибо, что напомнили. Это действительно, спасибо, что напомнили. Да. Это пусть бальзам на раны, правый, да, то, что мы обыграли Спартак. Нет, да. Во втором тайме. Там же мячи были в самом начале тайма, так что концовку так же само немножко просели. Тут уже не соглашусь. Ни Спартак, ничего не смог организовать. Это уже другой вопрос. Такого, реально, да. Спартаку надо запретить посещение увеселительных заведений. Так. Им нужно пар оставлять на поле, а не в поездках на автомобиле и всяких там рукопашных... схватках. Да. На пешеходах. Потому что они выходят, и просто нету ни... пыло, не запало, ничего нет. Просто а вот почему, друзья мои, почему у Локомотив есть запал? Она у Краснодара, даже у Зенита. А вот я тебе скажу, Олег. В какой-то степени, я вот смотрю, вот каждый наверняка смотрит за своим клубом, да, там, соцсети проверяет или так далее. Не знаю, если у нас будет ли представитель, который близко к Спартаку нам что-то скажет, команда реально дисциплинированно работает. Я смотрю посты игроков там, проверяю соцсети своего клуба, команда работает, мы настроены
нацеленные на победу, и идет победа. Тренировки 3-4 раза в день, и идет победа. У «Спартака» что внутри? Непонятно. Команду Фидон сейчас там, его все пинают и куда-то шлют. Мы знаем, что руководство поддерживает Кононова, хотя да. Родионов и Измайлов уходят. Команду поддерживает, коллектив поддерживает тренера, хотя 6 игроков, как нам известно, будут покидать команду по окончанию сезона. Тут какая-то несостыковка. Мы говорим о том, что мы не знаем, что происходит у команды, мы болельщики других команд, а команда внутри сама не знает, что у них происходит. Правильно, потому что все кричат, верните Каррера. Недавно их выгоняли, Каррера, сейчас верните его назад. Не происходит... Опять-таки, вспомните, сколько мы Ромашку все это сколько раз мы обсуждали. Что Глушаковы, Камбаровы, Ещенко и... Не, ну если вот то что увидел, вот есть у нас группа, да, вы все прекрасно знаете, да, вот Сережа сегодня выкидывал общение, сейчас скажем так, Глушакова с тренером, да, это было с главным тренером, это во время игры происходило, но по губам читалось, что игрок откровенно посылает тренера куда подальше. Он его защищает, тренер. Чего мы не можем сделать нашим... Как не может быть? Ну как, я сейчас все равно, что сейчас скажу... Не надо, у нас не звонок телезрителя. А, ну, хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, я вот что хотел сказать. Самый лучший учитель, самый лучший учитель, это деньги. Не платить я по такую, они не достойны ничего. Ничего, пусть. И вот тогда они поймут, в чем дело. Вот и поймут. Они такие деньжища получают. А мы за них болеем, переживаем, что это за дела. Что это за дела? Надо снизить зарплату. Они же играют без денег. Без денег ребята играют. И как? И как играют? Деньги. Деньги. Все это сволотня. Как эти два футболиста. Это скоты. Гнать надо. Гнать не задумываясь, как Стрельцова. Как Эдика Стрельцова наказать. Спасибо вам. Спасибо. Друзья мои, вот этот эмоциональный порыв и внутри коллектива. Да, а мне кажется, они сейчас объясняют положение «Спартака». Вот хочется согласиться с телезрителем, потому что за последние 15 лет с новыми футболистами, молодыми спартаковскими, приходит один и тот же эффект, который описан в учебниках геодезии и картографии, как отвал башни. Олег, вот все. Я добавлю. Да, конечно. Вот ты подвел итог. Тоже соглашусь с последним звонящим, потому что кто смотрел последнее интервью игроков «Анжи»? Молодых. Что они сказали? Да. Они говорили, да, они там, у них проблем куча. Это вообще очень там. Куча. И они что сказали? Мы бьемся за тренера. Да, за такого человека. Мы готовы выходить. Сам лично в матче с ЦСКА, ребята остановились. Анжи там кто-то брал интервью, они говорят, да, мы бьемся именно за честь команды, за каждого человека и за тренера за своего. Это было... Последний матч вот показывали, да. В каких майках они вышли, Кость, ты помнишь? Да, они вышли в майках с изображением своего тренера. Мы бьемся за тебя, написали. Угу. То есть вот люди действительно... Анжи Ростов 1-1 сыграли? Да, Анжи Ростов 1-1 сыграли. Да? И Сережа говорит про молодых, то, что давали интервью. А я видел то, что более возрастной игрок говорит, что практически там на 99% команда подзакроется. Ну, да. Но у них есть, да, пыл, их выходить, обманули, доказывать слышал, да, это и да. Рвать жилы на себе, чтобы хоть как-то очки цеплять. Я вообще не понимаю, как они. Потому что даже смотришь, я в прошлой передаче говорил, болельщики практически не ходят. Да. Денег нет. Ну вот действительно, мне кажется, только ради тренера. Был бы кто-нибудь другой тренер, который наплевал бы на игроков, им обещали, и они бы тоже не поехали. Команда сказка была, да, лет 8 назад. Это у Роберто Карлос. Да. Друзья мои, не так много времени остается. Давайте вспомним еще, ну, где-то передачи, по-моему, 4-5 назад мы говорили, что у «Спартака» самый простой график последних матчей. Угу. Самый простой был. А теперь? Ну, непонятно. А теперь непонятно, простой ли, да, учитывая все события. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась у нас после 26-го тура. Итак, «Зенит» 57 очков, и в следующем матче уже, если оступится «Локомотив»,
он досрочно обеспечит себе чемпионское звание. «Локомотив», «Краснодар» и «ЦСКА» борются за Лигу чемпионов. Мне лично кажется, что «Спартак» после ничьей потерял шансы на Лигу чемпионов. Да, согласен. Да? «Арсенал», «Оренбург» и «Ростов». Ну, многие говорят, что «Арсенал» поборется за место в Лиге Европы. Но, скорее всего, навряд ли. «Динамо» 12-е место. И всего лишь 2 очка от перехода к стыковым, к стыковым матчам. Сначала чемпионата я хочу... У нас хороший календарь, последних матчей хороший календарь. А вот теперь ты прямо опередил меня. Легкий. Да, у нас «Динамо» играет только с ЦСКА. Да, и все, 4 матча с ЦСКА играем. А «Крылья Советов», ваши главные соперники, играют... И со «Спартаком», да. Сыграли с «Зенитом» и сыграют с «ЦСКА» в последнем туре. Так что тут у вас есть подушечка. Одна минута в эфире, 27-й тур чемпионата. Смотрим внимательно и определяем главный матч этого тура. ЦСКА «Динамо», Ростов «Краснодар». Енисей, Анжи, Рубин, Спартак, Урал. Будем смотреть. Кстати, Урал-Спартак будет очень хороший интересный матч. Да. Ну и Арсенал. Локомотив, Арсенал тульский побеждает Спартак. И теперь, если он остановит и Локомотив, то я просто тогда... Ну матч тура какой? Я все-таки... Матч тура. Матч тура, вне всяких сомнений. ЦСКА-Динамо. Тут, анонс, мне кажется... Анонс, это будет битва. Вот это будет настоящий дерби. Женя уже третий месяц. Лучшую игру «Динамо» покажет этого сезона. Смотрите на всех телеканалах страны. Ну и последняя таблица, которую успеем. Да, мы ее специально подготовили, чтобы мы понимали, с кем кому встречаться. И определение, что ни одна из команд, которая занимает у нас первые 5 мест, не встречается с первой... с первой, там, по-моему, шестеркой, да, и только ЦСКА играет у нас с «Зенитом», «Зенитом» играет из первой пятерки. Ну что ж, друзья мои, время наше подошло к концу эфирное. Я с вами прощаюсь. В следующий вторник мы встречаемся, обсуждаем Лигу чемпионов, Лигу Европы и 27-й тур. Он очень многое может определить. Ну а пока болеем за своих. Пока. Всего доброго.